крысы сонный час. Он крепко спит, ты подходи. Сейчас крепкий сон у него. Из окна выбивают ковер, он спит спокойно. Это для тех, кого мучает бессонница, могут смотреть на съемку и засыпать. Ух ты, сразу какой активный. Увидел камеру и давай сразу. Я не сплю, я снимаю. Все, давай меня снимай. Сейчас я буду показывать, как я, какой я активный. Да спи ты уже, ты же хотел спать. Я хочу просто сказать, что один умный человек с огромным опытом крысиным написал нам одну вещь насчет аквариума, с которой я действительно согласна на 100%. И поэтому мальчики в основном живут на диване теперь. Ну, точнее, один на диване, а другой под диваном. В аквариуме мы их держим только ночью, потому что углекислый газ, который они выдыхают, тяжелее кислорода, и поэтому у них, ну, не такое количество кислорода они вдыхают, как положено, в общем-то. Еще они любят у нас на сквознячке сидеть, чтобы летний ветерок обдувал их усики. И дело в том, что вот они действительно любят сквознячки и ветерочек. Но так как у нас жара, то мы спокойно к этому относимся. И... Не, в аквариум, они же сами зимой спускались в аквариум, потому что там теплее было. Ну, тут как бы палка о двух концах. Да, зимой лучше получается, а летом... Да, летом... У нас настолько жарко, ну, так как мы кондиционер еще включаем, вентилятор, то как бы иногда им туда специально промашем, проветрим, короче, аквариум, то нормально, но все равно им жарко, любят сквознячок. Если бы сейчас было хотя бы в квартире градусов 20, то... Нормально в аквариуме. Но зато Сёмка не ломает лапки. Спокойно себе лежит. Никуда не пытается залезть. Вот, а днём на диване спит. Такой хороший. Хочется с ним уменьшиться в размере и к нему туда рядышком примоститься. Вот здесь вот так вот. Вот так вот, вот здесь лечь. И дрыхнуть. Такой красавец. Вот. Если бы я был размером Сёмку, он бы мне сейчас щечку бы так лизал. Угу. А я бы его... Ага, давай, давай. Ты бы лег с ним, обнял его. Да, вот тут бы чухал бы его, чухал, чухал. Я бы залезла к нему под его волохатую лапку, воткнулась бы в грудку. И так бы спала всю ночь. Шерстяную грудку. Разбудили ребенка, не даем поспать. Иногда хочется, чтобы крыса была размером с медведя. Сегодня у нас грозы, поэтому всех зверей клонит в сон. Угу. Кузька, по-моему, там внизу. Угу. Фонарик нужен. Да не нужен. Видно? Да. Угу. А оно бывает так видно, а потом на компьютере не видно. Я сейчас включу фонарик. У тебя будет чуть-чуть света. Да. Клубочком такой лег себе там. Там на полу прохладненько. Я даже еду ему туда даю. Потом буду вымывать там все. Бывает с этой стороны диван лежит, а бывает в том углу. Там он любит, вылазит, морду высовывает и смотрит, на проходе лежит, за нами наблюдает. Что, не будем беспокоить, тревожить ребенка? Сёмку он снимает. Да чего его снимать? А он носик только что умывал. Пусть спит. Спи, Сёма. Сёма. Спи, мой Сёма. Всем спокойного сна. Дневного. Дневного. Распластался. Ну,
говорит, почему же ты меня не гладишь? Гладь, я тогда буду спать, говорю, так спокойно.